Ну что, друзья, давайте начинать, потому что мне надо ждать всех. Антон включил, да, камеру? Все, у нас просто есть интересующиеся люди в других городах, поэтому все записываем. Всех это записываем. Что, друзья, позвольте мне представить вам совершенно прекрасную девушку и лидера проекта «Ксеник Электрик Трио» Ксению Лебедеву. Этот человек очень интересный, осуществляет эксперименты, объединяя индийскую музыку, современную музыку и разную всякую другую музыку в своем проекте. Она сама пишет и музыку, и тексты. Что еще Ксения рассказать, что она училась немножечко в Беркли, да? Прошла курс такой интересный. Но она сейчас сама вам все расскажет, что я тут буду распинаться. Сейчас еще и музыка все вам расскажет вместо всяких слов. Встречайте. Ксения Лебедева и Евгений Лебедев. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие товарищи. Спасибо вам, что вы не поленились в выходной день прийти сюда. На эти встречи прекрасные. Спасибо Алине большое за эту возможность и за возможность всех нас поделиться своим творчеством, обняться опытом, задать какие-то вопросы, пообщаться, ну, стать ближе друг к другу, что немаловажно. В принципе, Алина уже представила немножко, у меня, значит, коллектив «Ксеник Электрик Трио». Мы сейчас на таком интересном творческом пути, где мы пытаемся соединять разные культуры, и параллельно я еще, помимо индийской, еще разными ответвлениями сейчас интересуюсь, но в данном контексте больше вот пока Индия, да, задействована. Насчет Беркли, ну так случилось, я оказалась в Бостоне, я на самом деле всю жизнь мечтала поучиться в Беркли, но так вот официально мне не получилось там получить вот, документы, получить там образование, но мне очень повезло, потому что я могла посещать разные мастер-классы и занятия, которые мне были интересны, как вольный слушатель, и ходила заниматься в классы, то есть вся инфраструктура была в моем распоряжении почти. Ну, сейчас библиотека, которая просто меня сразу наповала, сразила обилие материалов, видеоматериалов, аудио, нотных, просто нереальное количество. Вот. Очень благодарна этому опыту, благодарна опыту проживания вообще в другой стране. Так получилось, что мы прожили с Евгением почти 5 лет, да, наверное, в Нью-Йорке, в Бостоне. Вот. Немножечко впитали другую атмосферу, другое вообще мироощущение. И вот сейчас мы здесь и продолжаем свою жизнь здесь. И пытаемся творить. Ну, Евгений Лебедев, я думаю, вы знаете, вот, очень такой, скажем, интересный, известный уже достаточно музыкант, уже на многих фестивалях выступал, со многими артистами сотрудничает, и вот я подумала, ну что, вот он со всеми сотрудничает, надо и чтобы со мной тоже посотрудничал, почему нет? Я еще хочу немножечко извиниться, я слегка простужена, еще не до конца долечила. Поэтому, если я буду немножко гусавить или что-то там будет прорываться, вы, пожалуйста, чуть-чуть скидочку сделайте. Вот. Ну, и чтобы долго не разговаривать, мы тогда приступим. Первая композиция, которую мы исполним, называется «Наджани Саня». Она была написана индийским поэтом Прабхакарат Хапатке. Музыку и английский текст написала Таня Уэллс, а русскую версию я дополнила от себя немножечко. Вот, так что... Thank you.
Поиграть. И
учит язык хинди, и последний год там шел класс по вокалу. Гульфам Сабри преподавал этот класс и табло. Изначально я пошла на табло, но узнав, что еще есть класс вокала, и я решила походить и что-то интересное для себя узнать. И так вот все, пошло-поехало, я купила себе табло, осваивала еще этот инструмент удивительный просто, и параллельно занималась индийским вокалом, еще что-то искала, смотрела, как, что, как это можно все делать, совмещать. Но изучали мы традиционную систему северную, пели раги, изучали разную специфику, пели композиции разные индийские. Вот. Но у меня все равно, я когда занималась этим, понимала, что ну как я вот традиционную рагу, вот, ну как, если я вот сейчас приду, устрою концерт, где-нибудь начну раги петь, то должен народ быть подготовленный к этому. И поэтому мне было интересно как, внедрить какие-то элементы стилистики в как-то вот современную, ну, так это обрамить, чтобы это было удобоваримо, скажем так. Ну, тут пошли эксперименты, начались, я нашла интересный канал, нашла интересных музыкантов, которые в этой стезе пробуют, творят. Ну, так пошло, и в итоге в финале все завершилось тем, что вот с Гульфамом Сабри мы записали как раз видео на эту песню, где он и поет, и играет тоже на табло. Вот, вот так вот все началось и продолжается. Вот. Такие вот. Вот, если что-то еще интересно, могу что-то рассказать по какой-то специфике или еще. Да, пожалуйста. У меня сразу же прикладной вопрос. Да, конечно. Расскажи, пожалуйста, о специфике звукоизвлечения, которое ты используешь по одному произведению, судя, да? То есть там то, что слышно, ну, при данной звукопередаче, очень специфическая вибрато, как ты его достигаешь. Расскажи про звукоизвлечение, свойствам именно индийскому пению. Да, вот это на самом деле очень большая тема, и я до сих пор познаю эти все тонкости, потому что там на самом деле очень много приемов, которые можно использовать. И, значит, что касается тех приемов, которые я использовала, значит, самый, допустим, ну вот первый прием, самый простой и самый важный здесь, если вы заметили, нету четких прямых нот. Все очень вот размыто, очень много подъездов, слайдов вот этих разных. И вот первый прием, минт, это именно скольжение, ну как глиссандо, может быть, да, нам понятнее будет, это в индийском вокале называется минт. Это когда от одной нотки плавно ты делаешь такое. Да, вот такие вот всякие штучки под языки. Вот это есть глиссандо. А дальше есть такой стиль гамак, их там куча разновидностей, но основано это на том, что ты немножечко раскачиваешь каждую ноту, и получается вот такое вот, как будто бы нота шейк, так, да, у ноты получается такой. Допустим, сейчас попробую какой-нибудь. То есть получается, чуть-чуть мы раскачиваем ноту, и тем самым получается, что у нас не да, у нас получается вот такой эффект, тем, что мы потихонечку раскачиваем табак. А что ты делаешь дыханием? Это два аспекта, не только это, и дыхание, и артикуляция гортани, то есть тут все вместе, потому что отдельно само по себе дыхание, здесь нужно научиться манипулировать очень плавно, экономно расходовать, поэтому, допустим, вот как вот в Индии занимаются вокалисты, утром начинается рага, долгая рага, допустим, это распевается, и начинается там долго-долго низы поют, тянут, кота за хвост. И это все очень долго-долго, но это помогает достигать как раз вот этого баланса между звуком и дыханием. И помогает гибкость вот эту в голосе выработать. Вот, тут так что очень много всего интересного. Вот, потом что еще есть? Характерная вещь, вот, шрути, да, еще есть хатка, разные замзама, разные названия, но что они обозначают? То, что, допустим,
Если у нас мы часто привыкли артикулировать четкие ноты, да, то здесь, вот, допустим, те же шрути, между двух нот может быть еще градация, да, некая. То есть это не, допустим, на. Да, потихоньку. То есть мы, получается, мы еще вот в этой линейке как бы цепляем еще параллель, вот, проходящие, да, грубо говоря. Вот. И из этих вот градаций вот эти вот все украшения фактически орнаментика и строятся. Да? Вот. И ну, сначала сейчас там, фаршлаги, как у нас, да, там. И пошло-поехало, там уже наворачиваешь. Ну, это опять же дело, ну, не знаю, дело вкуса, дело потребностей, дело в серьезности произведения. Чем серьезнее произведение, чем серьезнее рага, чем серьезнее стиль, тем меньше вот этих вот украшений, тем больше, допустим, застывание на одной ноте, ее плавно как бы раскачивает андолом. Да, допустим, на. Важность этой ноты, да, тем самым подчеркиваем. А это уже вот такие больше серьезные, такие глубокие. Ну, а украшения это уже больше Болливуд, современная стилистика. Но я люблю украшения, поэтому я их навешиваю. Хотя я много не ношу, но мне нравится, допустим, лично мне нравится, поэтому я вставляю свои пение. Так что это все дело. Ну, что, вот как художники, да, вот он же сугубо своим. Не знаю, вкусом, да, руководствовался. То же самое и певец, в принципе, вот все, что ему близко, хочется, то вот он использует. Это импровизационный метод, как Ривсен Раунс, как опевание. Что, да, да, это что-то такое. Но тут есть, допустим, вот когда мы экспериментируем, да, вот во фьюженной музыке, мы можем делать, что хотим, да, то есть это действительно импровизация, мы можем какие хотим вставлять. Но вот в раге все строго, на самом деле. Там нет такого, что импровизируешь, вот прямо от сахи нет. Там есть определенная. Определенная последовательность, да, определенные, скажем так, правила. И внутри вот этих правил ты уже можешь чуть-чуть как бы, делать ну, свои уже отклонения в ту или иную сторону, но все равно то, как ты подходишь к нотам, это должно быть вот так, как должно быть. Иначе рага не будет рагой. Потому что все равно то, как ты поешь ноты, определенным образом это вот правило. Вот сначала их изучают, эти правила. Пять нот, допустим, и все, и больше никуда, и в какой-то определенной последовательности. Да, абсолютно верно. Причем бывает, что разные названия у раги, но ноты одни и те же. И вот думаешь, ну, надо же смотришь, одни и те же, а как, в чем тогда разница? А разница в том, вот именно в том, какие ноты, там вот есть, допустим, главная нота, вади, сам вади, есть такие понятия. Вот, вади – это главная нота, которая чаще, вот ты должен вот, в раге подчеркивать. Сам вади – это которая вот промежуточная, вот ты как бы ее про. Иногда цепляешь какие-то ноты, которые вообще проходящие, и ты на них вообще не акцентируешься. Из-за этого создается определенное, допустим, настроение, состояние, и ты входишь в это состояние. И вот благодаря этому вот эта система раги, она была сформирована. Ну, плюс еще время суток, утром определенные раги, да, поются серьезные, днем другие, ну и так далее. И еще, что самое интересное, допустим, рага в северной традиции отличается от раги в южной традиции, потому что вот карнатика вся это совершенно другая система, там вроде бы одни и те же раги, но совершенно по-другому их поют, да, то есть традиции разные. Вот. А еще вопрос, именно вот эта мелкая орнаментика, это примерно так же, как в мелизматике, просто разбирается на маленькие кусочки, сначала медленно отгрели, потом обустряется, как этим обладать технически? Просто на слух сразу делаешь быстро и пытаешься это снять ушами в большей степени, чем разобрать по маленьким кусочкам. Ну, и так, и так. На самом деле, кому как удобно. На самом, значит, в принципе, как овладевается. Вот, допустим, сейчас я покажу, например, какое-нибудь простое упражнение, да, прям сразу. Вот, и кому как удобно. На самом деле, у всех разные, знаете, бывает, кто-то хорошо вот со слуха славлю, а кому-то вот нужно разобрать вот по кусочкам, и тогда уже все, как на века. Вот, то здесь очень индивидуально все, но сначала костяк, да, берется все равно, то есть какие-то опорные ноты есть, опорные тона, и между ними уже можно там какие-то придумывать отклонения, но уже сейчас попробую.
Пониженная семерка, шестерка, да? А, нет, точнее, шестерка, семерка повышенная, да. Вот, это вот в данной раге. И все, и ты придерживаешься этого звукоряда, и внутри этого есть все равно определенные правила. Есть несколько фаз, есть там вступительная часть, первая часть, разработка. Если там какая-то тема на эту рагу написана, то есть это ладная музыка фактически, то уже поется, уже в конце у тебя пойдет развитие и так далее. Вот, то есть вот так это все можно пробовать, экспериментировать и что еще могу сказать? Ну, еще, конечно, зависит, тут же еще ритмическая система тоже очень такая свои, да, по-моему. Вот. Ну. Давайте что-нибудь еще сыграете, и у нас еще родится миллион вопросов. Да, да, хорошо. А сейчас мы тоже одну песенку споем. Вспомнили часть бенгальской народной песни вступительная. Вот, а вторая это вот одного из моих любимых композиторов, продюсеров авторского Митина Сонни, песня «Сансет». Субтитры сделал DimaTorzok.
Все равно есть система раги, то есть есть устойчивые тона. И между вот этими устойчивыми тонами есть как раз градация. Это есть эти шрути, которые музыкант уже может по своему усмотрению использовать или не использовать. Вот. То есть то, как он это использует, это уже, опять же, степень владения, степень мастерства и степень необходимости в произведении вот этих вещей. Да. Ну, то, что вы говорите, да, в принципе, это правильно. Но что значит система раги, да, еще немножечко расскажу. Допустим, у нас название, ну, да, сари, да, торги фасари. Я уже все. В Индии это сари, гамма, аданис, то есть тоже торги фасари. Но если у нас до, это все четкое фиксированное до, то са в индийской музыке это может быть любая нота са. То есть кому как удобно, как какому-то инструменту удобно, голосу са это может быть там си бемоль, там ля, фа, там любая нота. И уже от этой ноты, от этой са, ну это как тона, если уже идут, ты уже смотришь, строишь, как там, не знаю. Ну и тоже са, есть та же мажорная гамма, которую все на начальном этапе все равно как-то не крути, все равно есть четкое, да, четкое понятие о полутонах, о тонах, то есть все равно это есть куда деться. Но нет гармонии, допустим. Музыка ладовая, и что это значит? Что есть, допустим, музыкант, инструменталист, допустим, это чаще всего тампура, ситар, не знаю, там много еще саранги разные, там, ну, ударные инструменты, табла, или если это южная идея, это паха-паха-паха. Покавач, да, и так далее. Но неважно, суть не в этом. Суть в том, что это ладовая музыка, и, допустим, она рага может занимать определенное количество времени, до нескольких часов даже бывает. Но это все внутри одного лада. То есть нет такого, что как в джазе гармония, там, и ты слушаешь, ага, так что там дальше, на бас, там, нет, такого нет, ты внутри одного лада находишься. Да? Ксюш, а вот скажи, как ты считаешь, вот, например, у тебя есть какой-то багаж, и положим, ты еще пока не занимаешься, еще не занимаешься такой музыкой, но уже там поешь джаз, и, в общем, короче, учишься петь. Вот этот багаж у тебя уже есть, и дальше вдруг ты увлекаешься фольклором. Вот что делать с этим багажом? Это наверняка какие-то несостыковки в знаниях, они присутствуют. Или классик, который вдруг начал попсу петь, вот что делать? Ой, такой вопрос сложный. Так получилось. Расскажи, как ты с этим справился? Танюша, индийская классическая музыка, которой занялась Ксюша, это не фольклор, давайте не путать понятия. Это очень четко, там есть очень четкая градация между фольклором. То есть Ксюша повышает градус, а не понижает. Ну, кстати, я не скажу, что то, чем я занимаюсь у дома, в тенах у дома, да, не выношу, это традиция. Да. Я изучаю традицию, мне это интересно, но что я хочу выносить на публику, это уже в современной обработке что-то, то, что было бы удобоваримо для современного уха. И вот, допустим, в данной композиции это была фольклорная песня, бенгальская песня, то есть это не традиционная, то есть это не... Ну, в принципе, фольклор же тоже существует. Да, к Танюшиному вопросу по поводу что делать с багажом. На самом деле, все, что мы изучаем, все идет в копилку. На самом деле, все очень близко, и такой особой разницы там какой-то в аппарат один,
связки, одни дыхания, одно. Ноты все равно одни, как-то не крути, а другое, одно дело мы споем там до ре ми фа соль ля си до, да, здесь са ре га ма фа ля ли, сбоку я могу са ре га ма фа ля ли са ри да ба, да, то есть я могу уже по-английски уже петь эту гамму, да, грубо. Вот, и это уже другой подход, да, ну я не знаю, все одно и то же на самом деле. Все одно и то же, просто дело в том, как ты внутри стиля к этому подходишь. А что смешного-то? Не, мы просто в шоке. Немножко в шоке. Я подумала, что я что-то какое-то что-то смешное смогу сказать. Бедный Жень, да, кстати, бедный Жень, бедные соседи. Звонят друзья Жень, говорят, что у вас там мечеть? Да нет, это рамка, какая мечеть? Вот, так что, ну не знаю, мне интересно, и я нашла вот в данном, допустим, ключе, в данной культуре больше просто возможностей, больше красок для того, чтобы... Я очень люблю, на самом деле, русскую музыку, я хочу вообще в фольклор русский окунуться тоже, вот у меня предстоит гусли и так далее, да, уже. Но сейчас я хочу немножко вот в этом всем повариться, покупаться и просто как краску принести это, ну... Так вот. Мне кажется, что можно вот с разными культурами брать, просто отсорбировать то, что тебе кажется вот, интересным. Ну, в общем так. А багаж всегда все в копилку идет. И даже вот классический багаж, да, вот многие приходят, я еще преподаю, так вот случилось, преподаю. И ко мне некоторые люди приходят с классической базой, да, допустим, вот с этим вот звуком, с поставленным, да, классическим, и просят, вот как сделать по-другому, вот, что надо делать. Я говорю, то в принципе не меняй дыхание свое, но у тебя хорошее, если у тебя хорошая база, да, ты уже знаешь, что такое аподжио, там все эти дела, оставляй это все, тебе пригодится, ты уже умеешь опирать звук там. Только другое дело, ты просто его чуть-чуть по-другому, да, вот из этого купола выводишь просто, ну, в разговор ближе вот сюда. Ну, вот формируешь чуть-чуть по-другому, и все, ну, пробуешь разные ситуации. Ну, в принципе, багаж любой, он только в копилку, вот. Ну, Можешь, мне кажется, я недостаточно компетентна в русском фольклоре по звукоизвлечению пока, да? Но я могу кусочек напеть песенки одной. Ну, судите строго, как говорится. Ну, я еще учусь сама постигать. А, сейчас. Горе мое, горе, горюшка большое, а когда к этому горю, когда к этому горю, род нам говорила бы я с нею, говорила бы я с нею, усю ноченьку до свету. Посоветуй мне, матерь, а как мне теперь выйти? Живи, дочка, живи, живи, дочка, живи. А как я проживала, расти, дочка, дятель, расти, дочка, дятель, а как я взрастила. Да, действительно, вот эти вот все, как скажем, приемы, да, с
скажем так, когда щекотят, да, мы слышим, да, ну, щекотка такая. Это вот как раз, да, подражание ситару. И по поводу ритмической, да, то, да, есть ритмическая, то, ну, она разная в южной системе, в южной, это карнатика, это канакол, это тадин, тадингенатом, да, да, вот такие вот слоги. То в северной это слоги, которые таплисты используют. Это там всякие гегетите, гегетите, гегенана, гегетите, терекиде, да, терекиде. Вы используете это в своих пьесах? Используете это? Эпизодически редко, я пока слаю, у меня еще пока язык не так бегло. Можете послать кусочек? То есть это используется в импровизации? В импровизации, да. Может, это не так и так, как угодно. Вообще, в идеале, мне кажется, это вот, когда ты играешь на табло, ты можешь быстро-быстро проговорить, что ты играешь, и проиграть. Вот это вообще кайф. Вот если так получается, это здорово. Насколько я узнаю, мне Талалай рассказывал, да, что изначально это обучение идет из того, что берутся небольшие маленькие фразы и проговариваются, учатся их проговаривать. Да. Если мы внутри бита, допустим, дентала, да, 16-битного цикла, то главное вокалисту, вот после того, как он отпел свой ала, да, вступительную часть, вот он поет, то есть четко просто в первую долю там попасть и дальше идти и, ну, слушать. Там, вот, ну, там все равно там построено так, что вот внутри вот этого, там, допустим, цикла, да, вот то, если 16 бит, тут построена тема. Там делится на три части, да, и получается, что, ну, надо как-то взаимодействовать с этим. Вот. Можешь, пожалуйста, просто, ну, хотя бы как-то, чтобы мы прикоснулись именно с практической точки зрения, то, что вот сейчас для нас, для чайников, вообще для людей, желающих как бы прикоснуться к этой культуре, что-то освоябельное вот на сегодняшний момент, простое, да, что мы можем сейчас попробовать сделать в качестве упражнения, потому что нам всем жутко интересно. И страшно. Одновременно с этим даже кажется, что это какой-то совершенно другой мир, фантастический, населенный какими-то существами неведомыми. И туда войти, как, не знаю, в джунгли какие-то. Давайте
осуществляет божество разрушения, потому что мы не знаем, что нам на день грядущий готовит. И в этой раке заложено все просто. И самое плохое, и самое и надежда на самое лучшее. Вот. Что-нибудь еще хотите? Есть какие-то дыхательные упражнения? Какие-то особенные? Пранаямы. Все то же самое, что в йоге. Пранаямы, да, да, все. Ну, нельзя показывать, что показывать, да? А вообще, мой Гуруджи учил меня, вот меня, помню, всегда, ну, как-то было несколько педагогов, которые говорят, вот, подожми живот, подожми живот. А когда, ну, я Гуруджи как-то спросила, говорю, ну, вот, а что, как вы дышите, терапевтом, потому что мне тоже было интересно. Он говорит, ты что, расслабь живот, зачем ты его там сжимаешь как-то? Вот, в общем, настроено на то, чтобы все было максимально естественно, чтобы дыхание, на самом деле, практикуется совместно со звуком, требует времени. То есть это не то, что вы отдельно там подышали и все встало на место. Нет, это все в совокупности. Вот, а упражнения, ну не знаю, вот кто занимается йогой, ну все знают эти упражнения. Там, браво, там одну ноздрю зажали, да, делал вдох. У меня сейчас насморк, извините, я буду громко. Глаза еще закатили туда. Через другую ноздрю выдохнули, и глаза туда закатили. То есть это одно из первых, то есть оно очень хорошо балансирует, если у кого-то, допустим, перегородка, не дай бог, там, ну, бывает, что перегородка искривлена, или бывает, что одна ноздря заложена, одна нет, вот это упражнение очень хорошо прокачивает, помогает. Вот, конечно, дальше есть упражнение, вот, где мы активно выдыхаем, да, и живот у нас активно работает, да. Вот так же, там, ну, то есть в районе рука мы, да, делаем такие движения, как будто бы вот выталкиваем, да? На самом деле это очень хорошо расслабляет диафрагму, подготавливает внутренние органы, массирует и прокачивает кислородом. То есть это не такое какое-то упражнение, ну и оздоровительное, то есть там это бокала. Ну и что там еще? Вот это вот дыхание, когда ты постепенно... допустим, начинаешь дышать самой нижней точкой, как будто пытаешься вот, как лифтом вдыхать самый низ, вот сюда, да, допустим, с живота, и плавно-плавно как бы вдыхаешь до верха, и потом также плавно-плавно вдыхаешь, да. И плавно также выдыхаешь. Да, то есть, ну, такие вот в основном, то есть они ничем не отличаются. Пранаям, там, вот этих всех. Ну, не знаю, кому надо, мне кажется, вот, если есть какие-то проблемы со здоровьем, то они, в принципе, как оздоровительные еще. Вот. Еще есть какие-то вопросы? Пожалуйста, вы используете свою программу, вот, метроритмические, ну, импровизации без инструмента или с таблами, скажем, используя слоговую систему и счетность. У них же специальные счеты, они так ладошкой считают. Это южная система. Ну, не важно. Вот вы можете вам показать какие-то? Я знакома к Володе. Вы не владеете? Я северная. Северная тоже считает? Да, считает, но по-другому. Да, то есть там другая система. Но обычно это используют как-то вот в своих программах? Да, вокалисты, которые... Бывают, да, используют. Просто там, я не знаю, там любые, там, не знаю, любые можно там, пока идет кто-нибудь импровизирует, ты можешь как-то держать, тоже поддержать ритм. Можно влезть? Да. Есть просто жанр тарана. Да. Вот там используются вот, другие тарана, слоги, да. Они не относятся да, к тарпанам. Они другие, это не ноты, как... Я знаю, просто думала. Да, это совершенно верно, кстати. Правильно про тарану Аня сказала, это совершенно другой жанр, и там слоги, и совершенно другая система. Вот, а именно ритмически, вот, если обращаться к Наколу, это вот Южная Индия, вот там это очень часто используют, ну, северные, там свои слоги. Распространенная система, которая помогает с ритмом работать и импровизирующим людям. Ну и там Маклафлин, это вот все
Да, вот Канакол, да. Упрощают очень. Есть, кстати, видеошколы, если кому-то интересно. У них потрясающие вот эти видео, по которым прямо реально прям пошагово можно прямо объяснить, да. Его одевать. Супер вещь. Ну, кстати, очень удобно, да. Да, очень удобно. То есть ты обозначаешь все вот эти вот так, такая упрощает взаимодействие в ансамбле тоже. Спасибо. Вот, да, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, используешь ли ты вот по двум трекам, песням, которые ты сейчас спела, я не услышала, используешь ли ты вообще в работе своей и в творчестве каноническое, такое мяукающее индийское звукоизвлечение женское? Потому что, как мне кажется, там такая явная специфика, что ее мы бы не пропустили, если бы они у тебя эти штрихи были. Наверное, нет. Я больше стилизирую. А как это делается? Да. А что конкретно ты имеешь в виду? Они же поют все очень своеобразно, потому что видели индийские фильмы. А, вот эти высокие, да? Ну, они все очень носовые. Что, как а, носовые? Как это делается? Ну, звуков туда и направляешь. Ну, какой-то очень своеобразный. Сейчас что-нибудь сейчас вспомню. Я, наверное, не вспомню ничего из Болливуда. Это специфика именно Болливуда и... Ну да, это больше, вот, допустим, на фильме. А, больше. Ну да, то есть они доходят до верха, но это не вот не принцип. Это не Макрика Россия, да? Ну они все «Давай, давай, сагарили!» Вот эти всякие, да? Ну, чуть-чуть. Да не, ну вообще они, ну они так прям, ну не знаю, такая традиция, что, но есть на самом деле и исполнительница, вот Беда Правина, мюзикл голос, она там будь здоров, Васи, там все, так что то, что мы слышим в кино, это, ну как, знаете, как клише, да, у нас же тоже, вот если посмотреть там, как пели в Советском Союзе в фильмах, тоже, да, определенным образом, так же и тут тоже, вот этот звук, это уже, ну как такой вот. Своя такая фишка. Ну, давайте вы еще что-нибудь сыграете. Да? Можно я как раз там типа того? Давай. Ну, она не совсем для этого. Все-таки тоже будет сама. Ну, ладно, давай. Нет, давай, да? А, ну вот, давайте мы сейчас что-нибудь попробуем такого изобразить, такое высокое. Песня про реку «Надия» называется. Двух влюбленных, которые стоят по две стороны реки и не могут никак друг другу доплыть. И кричат с разных берегов друг другу. I'm
зажгла на улице. Спасибо всем. Это вам все, девочки. Мы сегодня решили провести эксперимент и соединить разные краски, да, которые можно использовать в современной импровизационной музыке, и позвать сразу двух очаровательных барышень, которые с разных сторон, но, мне кажется, двигаются вот в этом направлении. Танечка Шишкова сейчас выйдет на эту сцену. Это человек, который погружается в музыку разных стран, поет ее на разных языках. Она замечательно владеет фламенко, она поет и африканскую музыку, и восточную, и русскую. И вообще очень разноплановый такой человек, который берет у носителей, где бы она ни оказалась, она всегда берет уроки у разных носителей разных культур. Да? Она и носительница. Сейчас она там все расскажет. Татьяна Шишкова. Спасибо тебе огромное, что я здесь нахожусь вообще. Алине, можно? Что вы здесь находитесь? Так, как лучше нам построить общение? Потому что Ксюша прекрасно получилось. Она поет, мы разговариваем, потом она снова поет. Вот как вам хочется? Я что-нибудь спою, потом начну о чем-то говорить, а вы меня немедленно останавливаете и задаете вопросы. Или вы сразу задаете вопросы, или как? Жизнь, начнем с тебя. Я хочу сначала спеть то, после чего я поняла, что фламенко это вообще, это просто, это мое. Вот. То есть иногда мы слышим какую-то музыку, и мы не понимаем, почему она нам нравится. Мы не понимаем. Мы просто нравится и все. Мы же в каком-то возрасте одни вещи понимаем для себя, в каком-то другие совсем. Иногда нам кажется, что «Ой, какая мелодия классная!» А на самом деле эта мелодия может быть спета с разной ритмикой, разным звуком и так далее. И вот когда я услышала эти частушки, я просто обалдела и все. И меня приковало. Можете хлопать. Сюда меня, а это мне хотя а на сейде на маньяна, ке пара, медя, мама, колледже импровизационной музыки. Так получилось, что я не сразу поверила в свои вокальные способности. Мне пришлось для мамы с папой поступить в университет.
и для себя параллельно прям сразу в колледж, чтобы учиться и тому, и другому. В общем, университет я закончила, конечно. Вот, но после колледжа я начала заниматься музыкой. И там, в колледже, меня учили самым правильным, нормальным вещам. То есть дышать низом живота, там, собирать все это, вот, мышцы в корсет, открывать рот, делать и давать звук. И звук должен быть только с замкнутыми связками. Не дай бог, я разомкну связки. Господи, какой кошмар. Короче, все это продолжалось какое-то время, пока мне нравилось петь исключительно джаз. Но не получилось. Ну, то есть, все время хотелось немного сойти с ума. Вот. А сойти с ума, на мой взгляд, можно очень успешно, слушая фольклор. Потому что фольклор — это что-то абсолютно естественное для человека. Ведь тетки пока стирают белье там, в реке, и траву косят, и снопы собирают. Они же поют песни, вот, и в них есть как бы что-то такое совершенно замечательное, без чего вот я услышу один раз, это жить дальше не смогла. Поэтому все мои знания о том, как надо петь, о том, как надо смыкать связки, зевать там, и делать купол, они все покатились к чертовой матери. Вот, и пришлось... Почему я у Ксюши спросила, что делать, когда ты умеешь одно, а тебе нравится слушать совершенно другое. Вот, то есть тебе нравится слушать вокалистов, которые поют вообще не так, как тебя учили. То есть, например, я как-то раз пришла на урок там, на свой обычный по вокалу в колледж и говорю, а вот что вы скажете, там, ну, была учительница Любовь Александровна, чудесная совершенно, она меня очень много научила. Я говорю, а что вы скажете о певице Шаде? Вот у нее такой вот разопытый, вот у нее связки вот эти вот. Она сказала, что ну нет, Танюша, тебе это нельзя слушать, это же безобразие. И как бы это антивокально. После этого я поняла, что ничего, это не антивокально, это очень даже вокально. Другое дело, есть какие-то вещи, которые надо себе все-таки себе что-то нельзя позволять, а что-то можно позволять. Давайте что-нибудь спрашивать. Что можно позволять? Никогда нельзя себе позволять дискомфорт и боли в горле. То есть если я замкну связки, я могу их размыкать ради искусства, ради красивого звука. Не жаль, ну, у нас просто, кстати, отличный вопрос. Сейчас я прям переведу это прямо к одному очень интересному мне упражнению. Значит, первый вопрос был, что можно себе позволять, а второй, как разомкнуть-замкнуть. Я ответила на вопрос, что можно себе позволять все, что угодно, лишь бы не было больно и неприятно. Вот. Петь нужно только с удовольствием. Да. Что касается смыкания, ну как, просто меня учили с самого начала, вот как я в 17 лет пришла учиться, самое главное было начинать с вот этого, с ощущения сомкнутости. Если не понимаешь, как это замкнуть, то начни с щелчка. Вот это ощущение сомкнутых связок. Вот они соприкоснулись, и этот звук издался. Все, они сомкнулись. Слышь, прости меня, пожалуйста, можно я вставлю? Конечно. Вот это упражнение, это на самом деле ложные связки работают. У нас есть две связки, это ложные. Если это упражнение неправильно делать, то здравствуй зажим и так далее. Потому что вот эти упражнения, это именно, когда мы душимся, да, вот эти ложные связочки, и они нам не дают петь, препятствуют нам свободно петь, если мы неправильно используем, неконтролируем. Упражнение нужно как-то так вот через вот. И поэтому, ну не поэтому, а просто хотелось, раз уж мы вспомнили, вот у нас же тут в основном девочки сидят. Значит, у нас у всех в основном шов между двумя регистрами. Где он у нас в основном? Си. Ну, си уверены, что это круто, когда си. У многих не гораздо ниже. Ниже, конечно. Ну, давайте возьмем ля, чтобы никому обидно не было. У кого-то фа диез, у кого-то вот здесь. У черных в основном здесь. Вот. Кстати, именно поэтому черным никогда не надо завидовать. У них просто все природой предусмотрено так, что они далеко могут распеться ниже регистром, и слава богу. А мы нет. Мы белые, у нас немножечко по-другому. Вот. Ну вот возьмем ноту ля.
тоже буду сипеть. Ну и что? Что ж теперь не петь? Это как бы я связки сомкнула. А почему бы не пробовать по-разному взять эту ноту? У нас же могут быть совершенно разные задачи вообще творческие. Давайте попробуем двумя способами взять ее. Сейчас сначала с узким расстоянием между связками, то есть никакого сипа не будет. Будет КПД высочайший. Если между связками очень мало места, значит, мы можем долго ее тянуть. Мы будем медленно расходовать звук, воздух на себя. А потом возьмем сипя. То есть разомкнем их и будем свистеть. Жанрах, самых разных задачах. Это прекрасный звук, но это самый универсальный звук. От него нам никогда не будет ни больно, ни жарко, ни холодно, нам просто от него хорошо. Но есть другой звук, который стоит нам дороже, но и звучит клево. Его гораздо сложнее издавать, но он же красивый, разве нет? Давайте попробуем. Мне, например, очень неудобно его издавать, но мне нравится. Ну, да, может быть, да, попробуем начать с этого, а потом запоем. Попробуем, просто попробуем. Ага, и многие уже закончились, а потом снова начали. А потому что воздух раз и заканчивается. На чистом слове. Ну, как бы все то же самое, просто вот смотрите, вот есть, и все закончилось, а есть, он держится на всем том же самом. Я стараюсь вдыхать пониже, я стараюсь дышать не плечами, я стараюсь вниз вдохнуть, и потом спокойно все это собрать, как будто на мне корсетик. Я уже, конечно, не та сумасшедшая, значит, ученица, которая собирает тут же, вот здесь все сжимает, но мне это не нужно. Вот. Держится все, любое звукоизвлечение, на том, что я спокойно дыхаю вниз и спокойно вот здесь все это собираю. Я собираю прежде всего то, где у меня легкие. Вот мышцы перед легкими. Вот не здесь мышцы, где никаких легких нет, а вот здесь. Вот. Вот на этом все держится. Вот. Конечно. Но это же всего-навсего субтон. То есть, да, это называется субтон. Когда, то есть, получается, атака вокальная происходит после того, как воздушный столб уже прошел голосовую щель, то есть складки. Совершенно верно. Получается, что этот столб препятствует полноценному смыканию. Чья-то щель между связками больше. И, конечно, препятствует. Смыкание меньше, от этого звук тише. Тише, короче. Менее, гораздо более слабый, но тем не менее, на 50% музыки следует именно этим звуком. Но я не хочу сказать, что я хочу об этом звуке говорить там целый час. Нет, да, боже упаси, просто... По-моему, мне кажется, это разные вещи, субтон и вот это, потому что субтон – это когда как раз вот мягкий на выдох, вот это просто, да? А этот звук, который ты показала, он больше стоит на опорном выдохе ровном. И им можно что-то делать, и можно пробраться в высокие ноты, и они будут в них цвести. Это, кстати, это классно, да, очень сказано. Я тут даже до этого не догадалась. Но все зависит очень часто от того, как на самом деле продолжают работать мышцы живота. Иногда вокалист настолько тренированный, что он после очень плохого начала может классно вернуться, встать на рельсы обратно и вообще поменять звук обратно в сомкнутый, в какой-нибудь субтон. Это зависит от того, насколько человек вообще готов к следующему, скажем так, прыжку. То есть... громче сразу получается, вот. Все зависит от того, чем мы вообще занимаемся и как, знаете, если постоянно тренировать чередование субтона с несубтоном, то как бы это будет получаться на раз. Вот, да. Если не чередовать, то это будет казаться безумно сложным и как же дальше жить, вот. Можно отвлечься немножко дальше? Конечно.
про носителей, про учение у носителей, как это происходило и происходит, и вот именно что касается фонета, насколько вообще, вот мы сейчас подробно разговариваем про технику, да, насколько это должно быть теоретизировано, да, и насколько это у тебя было теоретизировано, потому что, естественно, когда ты слышишь, если ты слышишь какую-то музыку, ты уже занималась вокалом, ты пытаешься ее повторить, ты снимаешь, как это все делают, в джазе, да, насколько это удачный метод, сколько нужно грамматики для этого, как глубоко нужно в это залезать, и как это у тебя происходило, скажи, пожалуйста. Отлично. Сразу много вопросов, я сейчас буду, если что-то забуду, обязательно мне напомните. Значит, когда едешь в какую-нибудь Африку или Испанию и занимаешься там с женщинами, ну, в основном женщины преподают, мужчины, может быть, в Испании, но в Африке только женщины. Никакой теории, господи, нот, никакого фортепиано, никакой гитары иногда на уроках. Ну, в Испании был один раз гитарист, слава богу, он нашелся. Ничего этого нет, никто ничего про звукозвучение не говорит, вообще никого это не интересует. То есть, если африканское пение, оно более понятно для нас, то есть там на самом деле они звучат прям вот как русские женщины, поющие деревняк, просто у них в основном гамма одна и та же, в основном мажор. Да, я спою сейчас, Алюточка, сейчас только отвечу, иначе очень интересный вопрос. Вот. Там просто больше на русское народное похоже, но там как бы по звуку все очень просто, вот. И остается только полагаться на свой собственный вкус и слух, чтобы понять, что ага, ну вроде все, угу. Вроде по русско народному, окей, это я могу повторить. Вот. В Испанию я приехала сначала учиться. Там они поют вот этим своим совершенно убийственным разомкнутыми связками звуком. Но там, знаете, у них скорее не связки разомкнуты, а просто испанский язык, он изначально, когда начинаешь изучать произношение, ты понимаешь, что многие буквы, особенно согласные, они вот отсюда откуда-то идут. Х, Д, вот это вот все. И от того, что они так говорят, у них и звукоизвлечение какое-то еще глубже, чем из горла происходит. И они, соответственно, так и поют просто. И разговаривают они громко, орут на улице. У них просто у всех прокуренные голоса. На самом деле это генетически так сложилось, поэтому они так поют. А я девочка, которая училась первый раз и слушала Эллу Фицджеральд. Я там все так красиво, господи. Вот. И я слушаю вот это все, ну это похабно поначалу, кажется, звучит. Я думаю, и что мне с этим делать? А это уже вопрос выбора человека. Ему хочется отойти от своих ценностей. Готов ли он предать вот это самое святое? Или не готов? То есть надо просто для себя решать, чего это стоит. Например, вот когда я начала петь фламенко, я поняла, что чуть-чуть, конечно, у меня, ну, как бы такая целостность вот такого сомкнутого, чистого, как лучик, такого лазерного звука, она чуть-чуть нарушилась. И я звучу грязновато. И я сторговалась сама с собой, поняла, что окей. Зато я смогу и так, и сяк. Вот. Так, какие еще были вопросы? А как, собственно, занятия? Да. Как занятия проходят? Ты не знаешь языка, ты приезжаешь там к какому-то человеку и говоришь, типа, вот эти вопросы, ты просто правильно слушаешь и повторяешь. Супер, супер, отличный вопрос, очень весело. Испания. Значит, приходит тетка, которую я заранее договорила. Тетка, именно такая тетка, она с сигаретой в зубах, с чашкой кофе. Говорит, привет. Так, у нас полтора часа, а потом мне пора бежать. Давай, начинай. И что тебе хочется? Я говорю, вот знаете, мне интересен там жанр такой-то. Я приехала, чтобы там... Первый раз я приехала, хотела жанр булерез, в котором я сейчас для вас спела. Я хотела освоить булерез, потому что он самый вообще ключевой во фламенко. Если ты понял, как петь в 12-дольном компасе, как петь ритмично, об этом я тоже обязательно расскажу, то... Дальше многие вещи очень дадутся. Вот. Ну и она просто сначала выслушала меня, мы посмеялись над тем, как я ей спела. Вот. А потом она начала давать мне куплетик, повторяя каждую фразу раз по 30, и давай мне повторить.
Вот. Сначала она просто пела без ритмики, чтобы я услышала мелодию. Вот. Потом она говорит, вот, все, ты все уловила. Никакого рядом фортепиано не было. Если бы оно было, было бы гораздо проще. Потому что иногда они сами не могут объяснить, что за ноту они поют. Просто говорят, не-не, чуть низковато, ой, теперь пониже. Ну, это, конечно, ужасная мука, но ну что делать? Вот так, надо все на слух. Потом сидишь дома, слушаешь свою запись там в диктофоне и слушаешь вот это вот все по 10 раз. На следующую фразу перешли, на следующую. Потом она говорит, все, ты поняла мелодию? Давай теперь попробуем медленно под ритм, потому что самое главное в фольклоре – это ритм. Особенно. Ну, во многих фольклорах, очень во многих, как то кубинская, африканская музыка, испанская музыка. Вообще, восточная. Ой, да, восточная. Или балканская. 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 Если вы поете безумно чисто, но не ритмично, то есть такое простонародье выражение, просто вы не качаете. Надо качать. В фольклоре самое главное – это энергетика. Энергетика достигается не только вашим грудным регистром там, или горловым пением. Нет, энергетика достигается ритмом. Вот такая шутка была смешная. У белого сердце бьется так, а у черного так. Совершенно по-другому. Вот. То есть, так, ответила? Да? Анюта, ты просила африканскую песню. Может, вместе споем? Да? Вам надо будет делать так. Сейчас покажу где. Эбе гамбо бенце мерерла нарьяна. Самба самба тугинде. Эбе гамбо бенце мерерла нарьяна. Фраза за фразой, или один поет фразу, другой ему прямо во время вот отвечает. У них это очень распространено. В Испании этого меньше, в Африке они прям вот любят, как в России, тоже собираться и петь все вместе. Про ритмику хотела сказать. Пока не начну, можете что-нибудь спросить, пока я вдруг потом забуду. Как происходит поиск педагога? Педагога? Мне кажется, надо молиться просто. Я не знаю, это очень сложно найти своего педагога. Не здесь, а там где-то. А, да? Там очень тривиально все. Ты приезжаешь, у тебя определенное количество времени там. Я больше, чем на 2 недели, например, не могу себе позволить приехать в Испанию, где евро стоит 70 рублей. Вот. А урок стоит минимум 40 евро за 1,5 часа. А заниматься хочется каждый день. Вот. И я просто приезжаю, судорожно начинаю обзванивать всех, кого знаю, писать в Фейсбуке всем, кого знаю, ходить по танцевальным школам, потому что танцевальных школ вот столько, а вокальных вообще нет ни одной. И просто ходить и искать, кто там поет сейчас для учеников, и с ними тут же общаться, говорить, вот, привет, можешь мне дать уроки. И если там из 20 человек, наверняка только с одним, с двумя ты сможешь договориться, потому что у них у всех куча халтур, работ, учеников и так далее. Они очень все время сильно торгуются. Раз из России приехал, значит, все, 100 евро в час, все нормально. Вот. Ну и все, потом там находишь одного-двух замечательных преподавателей и встречаешься с ними. В Африке там, конечно, все гораздо проще. Там ты говоришь, привет, ты так классно поешь, можно позаниматься? Там такая тетка, она так мне говорит, хорошо, 10 долларов в час. Все гораздо скромнее, они счастливы, когда кто-то вообще к ним с такими вопросами подкатывает, просто счастливы. Надо
И надо в таких случаях брать просто сразу оптом и заниматься побольше, потому что Африка это одно. А где была это в Африке? Где? В Уганде, в Танзании. Ну там же разная культура, тоже Африка. Разная, да, потому что Танзания очень сильно под влияние мусульманской культуры. Например, весь Занзибар – это 99% мусульман. И там я занималась чуть-чуть с одной тетенькой, у нее были вкрапления арабских ладов. А в Уганде я занималась, там сплошная пентатоника и просто мажор. А можно вот сравнение? Кусочек от нутка? Так. Так, сейчас. Значит, вот был Занзибар. Nambena quasi onan soni nadalili quayote tumbadili duniani medoshe kasitamani namoyo andon quayote sintubadili nadalili. Вот. А то, что в Уганде, это мы с вами сейчас пели, и это было... То есть все, что угандийское, мне, конечно, гораздо больше просто оказалось по душе, потому что оно было все очень танцевабельное, под это сразу хотелось плясать. Свинг такой. Там есть подхлёст какой-то. Да, подхлёст. Вот, кстати, про подхлёст. Мне все время хочется с вами попробовать одну штуку. Вот. Я сейчас буду хлопать и делать простые вещи. А вы будете со мной повторять. Это как бы основа многих жанров, на самом деле. Вот что в Африке, что в Испании. Четырехдольный размер. Ничего другого не будет. Да? Раз, два, три, четыре. Нога первая доля, а все остальные это рука. Да, 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 да. Это очень классно для того, чтобы понять, что такое вот этот вот такой народный кач. А для этого просто дома совершенно не обязательно хлопать себе самим. Как только вы начинаете это делать и хлопать себе самим, вы тут же сбиваетесь с метрономичности. Берете метроном просто, включаете его, ставьте обязательно, чтобы вы помнили, где первая доля, ну, то есть, чтобы пикало на первую долю, и занимайтесь. Такайте вместе с ним. Контратьемпо это называется по-испански. Потом вы сможете на любой ритм не просто таканьем спеть что-то, а вы сможете и мелодически спеть. Например. Mi padre se llama Don Juan y en un andando figurín mi madrecita que negra crió ya 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 y no un latito nací. Ay, yo quiero Cuba, yo quiero España por esa liga, 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 liga que la llena así que la dos me dieron esa alegría de rollo azúcar a mí. Мне очень хотелось вам эту штуку показать. Да, да. Но это просто самая показательная штуковина. Она кажется самой сложной, и надо с нее начинать. Ты сколько вы уроков брали? Как долго продолжалась ваша обучение? В Испанию я ездила, чтобы взять уроки всего два раза, потому что сейчас из-за кризиса испанцы едут сюда. Здесь можно найти хорошую. Их просто вот столько сейчас, что вот бери, не хочу. Как их можно здесь найти? Там я взяла, ну, то есть там уроков по 20 взяла за каждую поездку. Это было очень много, на самом деле. Когда урок длится полтора часа, за полтора часа мы не болтаем с испанцем ни о чем. Мы просто сидим и поем. Это очень много, на самом деле. Все очень утомительно, эти фразы повторять, учить эти летры. Летры – это стишок, вот куплет. У них это летры называется.
Вот. В Африке поменьше, потому что там женщины были очень заняты все время, все время бегали по каким-то своим выступлениям. Вот. У них очень много выступлений, они прям, вот если испанцы они такие вальяжные, они вечером выступают, то африканские артисты, они бегают просто по работам, выступают перед туристами богатыми. Для них это с утра до вечера вот эта свистопляска, поэтому их невозможно поймать. То есть, ну, говорить им при этом, что если их привезти в Москву и сделать им концерт в Доме музыки, они в это никогда не поверят, что на них народ там придет. Они себя никакими звездами не считают. Они очень скромные ребята. Совершенно все, просто что ни возьми, это какой-то бриллиант, точнее, алмаз. Бриллианты тоже отёсаны. Они все алмазы там, они об этом не подозревают. Это все удивительно. И в итоге как получается в жизни? Мы приезжаем, все берем там у них, а потом тут блистаем сами с их материалом. Вот, а на самом деле, конечно, не хватает сейчас очень, мне, например, не хватает, ну, в силу, видимо, кризиса, что не привозят, мало привозят очень вот таких вот ребят, хочется побольше, я бы ходила на все концерты вообще. Ну, а педагоги здесь есть? Их можно здесь реально как-то, вот, скажем, испанские педагоги, вы сказали о том, что они приезжают? Конечно, есть, есть школы вот эти Фламенко, где преподает круглый год какая-нибудь дама и или мужчина, и танцы, да, и эта дама при этом будет прекрасно петь обязательно. Потому что, как правило, она без музыки сложные танцы преподавать, должен кто-то петь. Вот. Или из наших кто-нибудь ходит туда и там поет. Таня, ты можешь сказать просто, кто вот из исполнителей на тебя прям сильно повлиял? Твои такие прямо вот, ну вот, да. Люди, которые прям как родные для тебя. Именно да. Вот в разной музыке. Да. Да. Я прям сначала начну. Давай. Значит, ну сначала я была маленькая, потом я выросла. Но когда я была маленькая, я слушала, к сожалению, что слушают все из радио. Вот. Из радио 90-е крутилось все подряд, там была и попса, и какое-то там что-то такое. Я, сейчас это я не буду брать вообще. Вот когда мне исполнилось лет 15, меня начало просто, меня начала сводить с ума музыка, прям такая абсолютная попса, Майкл Джексон, вот это все. Я очень благодарна, потому что Майкл Джексон, он дал мне вот этот вот момент, ну, как бы сумасшествия полного, ритмичности и посыла. Да, немножечко нездорового посыла, но я потом, когда стала большая, я поняла, чего мне в этом не нужно, а что нужно. Вот, отфильтровала. Потом постепенно включился мой папа в мое воспитание, и он начал мне так осторожненько, понимая, что хватит уже с Майклом Джексоном, подсовывать мне Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple. Ну, Битлов всегда он мне подсовывал, но Битлз как бы это априори было мне очень приятно, здорово, и как бы я не могу сказать, что Битлз там повлияли на мое становление сильно. Вот, и тут как-то я как-то вот так вот случайно начала слушать джаз. Сначала мне в руки попалась пластинка там 100 популярных джазовых хитов. Вот. Там была всякая такая довольно простая, такой простой материал, там Луи Армстронг, там Сара Вон. Сара Вон меня сразу просто убила своим голосом, нечеловеческим вообще. Мне очень понравилось. Потом я немножечко подустала там от этого вечного вот этого вибрато, там такой тяжести в голосе. Эллу я какое-то время слушала, но это не оказалось мне достаточно близким. Слишком для меня оказалось легким и слишком красиво все. Мне все время хотелось, чтобы было не все так красиво. Знаете, кстати, вот во фламенко любопытная вещь. Почему фламенко люди либо терпеть не могут, либо им очень нравится. Для меня ответ в том, что во фламенко танцующий человек не боится быть некрасивым. Вообще он может такую позу принять на сцене, которую никогда в жизни ни одна там симпатичная барышня не примет, потому что это просто некрасиво. А вот во фламенко, окей, все, все, давай сюда. Вот. Значит, потом меня очень надолго пленил голос Дайан Ривз. Вот. За то, что там все у нее есть. Я продолжаю ее периодически в Ютубе слушать. Это удивительная женщина. Я не знаю, в чем залог ее. Вот она все старше становится, мудрее. У нее по-прежнему идеальное интонирование просто. Потому что очень многие певицы, вот, например, Диди Бриджвотер тоже мне очень нравилась.
Но вот она старше становится и поет все менее чисто. Я не знаю почему. Возможно, потому что у нее не было базы, возможно, у нее не было образования. Она на таланте, возможно, вышла на сцену, как часто бывает. И без этого образования, без знания сольфеджио, интервалов, гармонии, она, возможно, просто уже теперь как-то вот теряет эту. А Дайан Ривз, которая, кстати, по-моему, частенько преподает в Беркли, она ничего не теряет вообще. У нее меняется чуть-чуть тембр, потому что просто она старше становится, это нормально. Но она поет так же чисто, так же просто вот, ну, филигранно, классно. Поэтому вот к ней я возвращаюсь периодически. Потом как-то так Стинга я очень люблю, Стиви Уандера. Обожаю. И потом меня понесло в фламенко. Ну, там моя безусловная любимица, это Эстрея Моренте. Все говорят, что у меня голос на нее похож очень. Окей, я рада. Я этому и горжусь этим в таком случае. Вот. Мигель Поведа мне очень нравится. Ну, это такой, сейчас такие популярные звезды. Вот сейчас как-то я больше слушаю вообще инструментальную музыку. Сейчас я знаки папе слушаю в основном. Потому что, если честно, слушать одну вокальную музыку, это можно с ума сойти просто. Вокалист же не может полифонически петь, он моно, у него монозвук. Вот, а иногда хочется выключить голос вообще и слушать просто музыку, она прекрасна. И слушать, я же вот, как, например, я попала в группу Маримба Плюс, которая сейчас для меня вот эта основа моей деятельности вообще профессиональной. Я просто наткнулась на нее там лет 12 назад, я наткнулась на первый там какой-то альбом Маримба Плюс. И мне просто очень понравилась музыка. Там первые два альбома вообще мои самые любимые. Или первые три. Мне просто понравилась музыка, и я начала слушать, и как дудочка там достраивать вместе с ними. Там Илюша Дворецкий на флейте, Сережа на кларнете, а я там третий. В своих наушниках я третья пристраивалась там вместе с ними. И мне нравилось просто петь с ними вот эти мелодии, как будто я с ними пою. Ну, так часто бывает, слушаешь там какую-нибудь партию, а сам там второй голос допиваешь там так. Вот. А потом, ну, это все это интересно очень, как... Потом вдруг мне позвонил Лёва и позвал в группу, там, года через четыре случайно, потому что ему нужно было фламенко записать. Вот. И там я столкнулась, пока вы ничего не спрашиваете, я буду просто болтать. А там я столкнулась с этой задачей очень странной для вокалиста. Иногда выключать свое эго вообще полностью, тумблер вот так вниз, и быть как бы ничем, просто быть звуком каким-то в аккорде. Соответственно, эта задача, она требует умения выключить вибрато полностью, потому что никто из дудок не вибрирует, когда он играет длинные вот эти вот колбаски, выключить вибрато, когда это нужно, выключить вот эту подачу такую сумасшедшую, когда это нужно, оставить что-то очень сильное такое, когда нужно поддать динамику, всегда чувствовать, если все начинают расходиться, ты вместе с ними расходишься, если все утихают, особенно пьяно, тоже утихаешь, постоянно чувствуешь напряжение очень сильное. Но когда, наконец, там проходят годы, ты расслабляешься, уже очень гибкий становишься. То есть для меня это был очень хороший опыт, даже по-человечески. То есть то я солирую, то я вообще, я создаю подушку вместе с остальными. Вот, полезно. Вы сказали про африканскую манеру, да, что она близка к народной. А что касательно Испании? Что касательно фламенко, в принципе. Касательно фламенко. Ты, ну, вот, например, специфика. Специфика. Значит, ну вот, например, язык испанский, мне кажется, его очень легко учить. Он чуть-чуть похож на русский, потому что там вот как написано, хоть и латинскими буквами, так и читается. Это не французский, это не английский. То есть там все честно, вот как написано, так и написано. Так и не Манчестер, Ливерпуль, а читается и пишется, вот как, вот. Значит, с этим было уже легко. Потом звукоизвлечение, оно, знаете, вот слушая, я сначала по фламенко начала слушать таких старух и стариков. Они там страшно горлопанят, потому что они в основном все деревенские по происхождению,
И там извлечение звука, оно сродни общению просто на хуторе. Вот я здесь стою, а через километр там Педро. Эй, Педро! Вот так там поют. Это такое вот. Танюша, ты можешь нам прям голосом показать вот это вот? Вы тоже щемение, которое у вас появляется? Вот показать, как ты поешь, как тебе нравится, и показать, как тетки вот как, ну, такие корневые. Как вот из Тремоленда, и как они, вот и как это все у вас. Кампана де Сантьяго, кампанита де Сан Мигель, соло кампана и тана, кэда пьетана эре. Очень громко. Но еще громче много есть в этом смысл. Вот так поют тетки, бабки там и так далее. И, в принципе, они там все так умеют. А есть такие, кто как бы вот сейчас такое направление пошло, сейчас все перемешивается. Если там фьюжн вообще, он же как вот, в каких годах примерно, по вашим знаниям, зародился вообще фьюжн? Конец 70-х, 80-х, Джозарин, вот это все, да? Чуть-чуть раньше. Мне кажется, чуть-чуть раньше. А в Испании фьюжн, мне кажется, он только в 90-е появился, когда Пако де Лусия наконец-то вылез из конуры и начал играть с другими музыкантами. До этого этим деревенским людям никакой вообще интересный, никакой фьюжн, никакой джаз, никакой... Они там пели вот это свое, и все. Вот мы все пытаемся добиться, как они вот... добиваются? Вот именно этого. Потому что тяжелые, понимаешь, ты же не прокуренным этим голосом делаешь и не орешь через скутер. Понимаешь, ты же этого достигла каким-то образом. Каким образом я этого достигла? Вот, да. Кстати, еще вопрос, достигла ли я этого? Утверждать, я достигла. Я не могу. Я просто все, что можно делать. Помните, я вам говорила, что на уроке в Испании никто мне ничего про звук вообще не объяснял. Они не могут этого объяснить, потому что они не могут. Они не понимают, как это можно не понимать. Вот, кстати, индийские учителя тем же самым. Ну, у них с детства так. Ну, как это? Ну, поешь и поешь. Ну, что? В общем, давай, пой. Вот, поэтому они даже не объясняют ничего. Я говорю, а что там про звук? Она говорит, ну, делай вот так вот. Это была спевка. Ну, после этого я посмеялась, говорю, спасибо, все, давай, окей. Сейчас вернемся к этому. Обязательно. Супер. Это вопрос будет следующий. Пока не появился фьюжн, они все галопанили. Чтобы научиться галопанить, надо слушать, как они галопанят просто. 1000 раз в день. И все. Больше ничего не надо делать. Слушать и не стесняясь своих родных и близких, повторять. Все. А потом, когда у вас набирается достаточно смелости, записывать себя, желательно не на плохой какой-то динамик телефона, а в микрофон, чтобы слышать, и чуть-чуть с эффектами, чтобы как будто вы уже на сцене, а потом слушать эту запись. И так по-человечески к ней серьезно, вот холодно так ее слушать, холодно ее слушать. Что это? Мне это вообще нравится, то, что я спела? Я бы это на сцене бы хотела услышать. Я пришла бы на... Вот так. То есть записывать себя и слушать, потом показать друзьям, дать им послушать, что они об этом. Так, все очень честно. Я поделюсь с вами, вы мне скажете. Что-то, знаешь, что-то как-то вот ты-то как-то задавлено звучишь. Окей, задавлено, значит, дальше пошел заниматься. Раздавливать обратно. А когда фьюжн влился, я помню про вопрос, а когда фьюжн влился в их жизнь, в конце 90-х это произошло, к ним, в них, в их глубинку вот эту вот андалузскую, то есть как бы весь мир уже фьюженил вовсю, а испанцы только там, значит, только Пако де Лусия что-то делал с другими музыкантами, с другими. Потом-то Матита подключился, он с индусами, с иранцами играл, тут молодец. Это было круто. Потому что испанская и мавританская культура это вообще просто они родственники. Вот. Арабы были больше 200 лет как бы властелинами Испании, поэтому там все перемешалось. Звучит это очень здорово. Фламенко с арабской музыкой вместе. Послушайте. Значит, и вот когда в конце 90-х это все начало проклевываться, появились певцы, которые уже не горлопанят, а поют очень нежно, красиво, и при этом это все называется фламенко. Почему? Потому что они ритмические такие же.
заводные, они все то же самое делают, и посыл у них точно такой же. Просто звук сейчас все больше появляется в испанской культуре, причесанного, нежного звука. Потом многие испанцы понимают, что так, я бы мог еще на том рынке заработать, еще бы в Америку мне съездить, а значит, для этого надо выучить вот этот репертуар, а вот этим голосом его не споешь. Ну, все как-то так, очень по-жизненному. Очень многие делают выбор немножечко в другую сторону, и поэтому переучиваются. О чем вы хотели? Фамилизм. А что вы не смотрели? Ну, я просто как и шла речь про вообще корни испанской музыки и про мелизматику. Я вообще понимаю, что как раз мелизматика идет вот от британской всякой музыки. Какая-то есть связь тут. Как она вообще, есть ли какая-то настроение этой мелизматики, или просто все как хотят, а бывают что гораздо. Она отовсюду на самом деле идет. То есть я точно не могу сказать, кто был первым инициатором мелизматики, но просто вот обычный фригийский лад. Давайте до. Вот. Это лад, который строится на третьей ступени, для всех, кто не знает. Если бы мы в до мажоре находились, мы бы от ми до ми по белым клавишам сыграли фригийский лад. Сейчас я в до нахожусь, это было бы так. Вот, сам этот лад, он уже настолько классно, он уже сам по себе настолько мелизматично звучит, что даже... Сейчас я что-нибудь покажу такое с отходом от него. Но он настолько уже... только в разном порядке передвигаясь, уже можно напеть кучу всего. Вот. Что я и советую делать всем, кто вообще этим увлекается, просто петь сам лад и чуть-чуть в нем гулять. Удовольствие от музыки, сколько угодно. Другое дело,
какие задачи я просто обычно всегда что-то снять. Я сначала постараюсь сама просто услышать, но обычно с полпинка самому ничего не слышно, надо подбирать на фортепиано. А если можешь еще и аккорды подобрать под мелодию, это вообще замечательно. Сначала подбираешь аккорды, а потом, нажимая этот аккорд, начинаешь саму мелодию. Потому что аккорд подсказывает иногда, куда же она пошла. А вдруг ты просто не слышишь аккорд, и поэтому не слышишь вот эти полтона там или... Вот. Ну, это вообще в идеале. Ты вот когда поешь, для нумизматика это импровизация как бы? Сначала я все в ноль снимала и правильно делала, потому что если ты ничего не знаешь, надо просто выучить, как у них, и все. А потом, когда... Ну, там жанров, на самом деле, не так много у фламенко. Да, бог знает сколько. Сколько провинций, столько и жанров. Есть основные — Алегрес, танго, балерес, гуахира, фарука, ну, много. Вот, а есть такие жанры, которые никто не исполняет уже давно, никто не танцует. А если кто-то и затанцует, то там, это будет раз в год там, на фестивале на каком-то уровне. Просто человек захочет вот из ларца достать вот такой вот реликвию. Вот. Таня, вы занимались танцами? Ну, теми же, да. То есть вы используете это, вот, скажем, в своих каких-то концертах, номерах? Ну, что-то так, раз. Значит, я лет... Сколько я? Лет 6-8 назад я... Мне просто надоело, что я все время сижу и пою там, и хлопаю им, танцующим. Я говорю, можно я к тебе уже, подружке говорю, можно я к тебе приду на урок, потанцую вместе со всеми? Она говорит, давай, приходи. И это кончилось тем, что у меня заболела спина страшно, вот, ужасно. И это кончилось тем, что я связалась с танцами и пришла в йогу, потому что с помощью йоги я вылечила свою спину. И теперь я осталась в итоге, я занимаюсь йогой и музыкой. Танцами нет, что-то как-то не очень. Расскажи еще про ритмическую систему фламенко. Ты знаешь, по 12. 12-дольный компас – это такая штука, которую придумали еще арабы. Это очень удобно. Есть же циферблат, и это просто очень наглядно. Вот. Только надо вам так показывать, вот так стрелка. У вас вот так стрелка идет, да? Вот, по часовой стрелке вот так. Значит, если 4/4, их как, вот знаете, очень... вот как-то же хочется иногда телесно или умозрительно представлять себе время внутри такта. Вот в компасе это очень удобно, потому что 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Если это себе представлять, можно, конечно, сначала сойти с ума, но на самом деле потом это помогает еще и время внутри чувствовать, время внутри такта. То есть если 4/4, я лично 4/4 вообще вот до фламенко в моей жизни я... Ну, просто как-то вот 4/4, 4/4, там, стучала себе по ноге, там, или ногой об пол, или там, щелкала как-то. А с приходом в мою жизнь компаса я поняла, что есть как бы время какое-то, и оно еще и изобразительно как-то может вообще это время показываться. Итак, вы сейчас будете, знаете, что делать? Вы будете рисовать кружок и помнить, где 12. Вы должны в 12 всегда попадать наверх, на 12:00. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кеми кариньо тунанте, ай кеми кариньо туа. Cuando te venga conmigo, ay, te adonde te viajeva, te adonde te viajeva. Я donde te viajeva, я darte un paseillo, ay, por la muralla real. Можно вопрос сразу? 12, это же получается сразу сильная доля снова, да? Да. То есть вот 12, оно же является 1. Нет, 1 это 1. А, то все-таки сначала 12 считать, потом снова 1 и 1. Совершенно верно. Все хитро придумано, там в один иногда вступает гитара, в один может вступить танцор с дробью. Поэтому надо разграничить. Как и за такта, да? Совершенно верно. Да. А за такта будет считаться 10, 11, 12 раз, 2. Ну это я понимаю, что то, что я сейчас говорю, это совершенно непонятно. Понятно, я понимаю.
Это просто есть куча приложений для мобильных устройств, там компас фламенко. Если его там просто 100 раз послушать, один компас, просто вот ритм. Вот сейчас Ксюша нам ставила упражнение, да, как бы, что как тентал. Она ставила тентал для занятий. Ну, тентал содержал и мелодический, да, там просто настройка одну вот играет, там про и тентал убить. Ну вот, вот, вот. Поэтому уже можно успеваться, заниматься. То есть так же и компас, там просто звучит ритм в том темпе, который вы зададите. И вы через некоторое время, когда ну, как бы уже много раз это повторилось, вы начинаете понимать, где это 12, а где это 3, а где это 6, 7, 8, 9, 10, а где 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Я бью то, что как бы принято бить, потому что в этом жанре принято так делать. 12 раз, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 раз. Акценты, которые очень важны для танцора, для певца, потому что по фразировке, по построению фразы именно на эти доли будут приходиться мои упоры. Мелодические, не знаю как. Они постоянные или они иногда варьируются? Ну, в том-то и прикол, что они-то постоянные, но отход от них, это как раз уже импровизация в этом жанре. Можно еще сказать, какие именно? 12, да, 3, на 3, 7, 8, 10, 12, 3, 7, 8, 10, 12. Ну, это в определенном жанре, а в другом жанре? Это в Алигрейсе. Как еще раз? А в Болерейсе 12,6 и все, и больше ничего нет. А это что? То есть они Алигрейс. Алигрейс. Они все 12. Есть жанр танго, где 4 доли. Есть жанр румба, где тоже 4 доли, он просто быстрее играет, чем танго, и он как бы играет вперед. Жанр танго играется назад, с оттягом, румба вперед. Алигрейс тоже 12 долей. Упор на то, что я сказала, булерия 12 долей, но гораздо быстрее, выше темп. И упор на 12, на 6. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И так очень много всего. Постепенно, если очень интересно, все запоминается. Да, я понимаю, что я нас мозг закипел. Все. Жень, давай споем. Ну, я сейчас что-нибудь простое спою. Можно вопрос? Вопрос, а ты пока вспомни. Да, знаете, такая певица Мариза тоже. Мариза. Мне она вот очень понравилась. Естественно. Ну, не то, что мое знакомство с этим жанром было с ней, но именно с ней я такая, ой, интересно. Чудесная, чудесная, нежная, нежная, музыкальная Мариза. Прекрасно. Мне вообще очень нравится, когда в женском пении много женственности. Мне очень нравится. А можно сказать, что она в чем-то фьюжн тоже взяла? Она же не так громко пишет. У нее есть очень звонкие темы, и она же все мягкость присутствует. Она же фада поет. Она же фада поет португальский. Она поет фаду, то есть она фаду. Она четко живет в жанре, поэтому, конечно, это можно назвать фольклором для нее. Слушайте, а вас мне показалось вам, что это просто усовершенствовали с точки зрения исполнительства русский романс вообще, по мелодике, по всему. Там прям, ну, единственное, немножко больше страсти и такого внутреннего вот страсти. Это романс уже из цыганской музыки. Алина, это в одно и то же время возникший жанр. Городской романс. Понимаешь, это начало 20 века. Оно что фадо, что романс и вот это вот. И еще в Греции ребетик. Оно более криминальное такое, но это тоже. Как бы это все как бы стихийное такое вот влияние времени. Да, я иногда чувствую, что у нас с аргентинской музыкой много общего. Что у нас с испанскими романсами много общего. Я никогда не чувствовала ничего общего там, с французской музыкой. Много чего общего. Как это получается, я не знаю. Ну, люди же, они переселяются, знаешь, там другое. Ну, там много можно общего рассказать. Да. Конечно, все бывает такое. Вот поэтому у меня с Африкой и с Испанией такие есть. Thank you.
петь. Ася хочет. Ася хочет. Давайте мы сразу обозначим, кто вообще сегодня хотел бы спеть. Да, потому что мы здесь ради вас, на самом деле. Потому что мне кажется, что, может быть, мы сейчас сделаем, наоборот, чуть-чуть по-другому, потому что много информации сегодня. Очень много. Я уже сама от себя устала, если честно. Давайте сделаем хотя бы 10 минут паузы, подвигаемся, возьмем что-то съесть, потом вернемся, и те, кто хотят высказать сегодня вот с той стороны, мне кажется, получат замечательную возможность это сделать. И мы как раз сейчас обговорим с Женей, что и кто хочет петь, да? Давайте так. Ну, если да, если никто не торопится, давайте сильно и готов. Таня. Да? Берите стаканы, сушки или не знаю что, пирожные, и подходите сюда. Кто у нас сегодня хочет что-нибудь сказать, спеть, еще что, сплясать, может быть. Ну что, все какие-то робкие, я прям не знаю. Асечка, вот, давай. Неважно что, стилистика у нас сейчас... Все, вот про стилистику поговорили, сейчас у нас все, что угодно. Девочка забавная. Я просто когда узнала, что Таня будет Шишкова, я вспомнила свою любовь тоже к испанской музыке. Я, конечно, совсем не профессионал. Я и в джазе, не знаю, могу ли себя называть профессионалом. Вот, и испанскую музыку просто люблю, и очень люблю, просто обожаю такую певицу, которую зовут Буйка. Не знаю, может быть, вот, да, не знаю. Вот, она как раз очень в тему, мне кажется, нашего сегодняшнего сборища, потому что она сама по себе этнически совмещает в себе много и латиноамериканская у нее кровь, и испанская, конечно же, сама она такая черная, потрясающая, харизматичная женщина. Я уверена, что она никогда не училась петь, я абсолютно в этом уверена. Вот, и у нее потрясающий тембр, самобытная манера, и я даже близко не берусь ее копировать, но все-таки спою ее песню. «Сомас». А где вот эта цифра у тебя? Она у меня в телефоне. Да. Может, кто-то пойдет? Нет, помоги, пожалуйста, женщине, подержаться, шелочек. Нет, можно не... Не, а тогда своего. Я правда не могу есть. А у меня его живых не существует. А у меня вид живых, стойте. А ты их забрала, что ли? Я сделала копию, и сейчас я вам открою. А ты пока поговори еще. Это неожиданно, да. Ну, в общем, Буйка, она такая, как, мне кажется, как испанская цыганка. Она все у себя забрала, что могла. Я, кстати, совершенно не понимаю, вот, может быть, Таня знает, я не понимаю, что я пою в смысле не языка, а в смысле жанровая. Это авторская песня, в которую привнесены этнические всякие вокальные и не только штуки, или это наоборот фольклорная музыка в работе современной, я не знаю. Сам он свинья по земле не пускает.
первую встречу было два человека, которые стояли. Помнишь тогда? Вот здесь да. Вот, и потом все пошли. Да. Вереницы. Ну что, видишь, тут придется открывать, я не знаю. Давай. Мне, конечно, сейчас будет очень как бы неудобно перед Аней, потому что я с сибирской музыкой только начинаю знакомство, но это для меня такая какая-то вообще планета, в которую очень интересно прикасаться, погружаться, что-то узнавать. Это ладино музыка. Thank you.
поймать просто за хвост. Мне кажется, что нельзя просто пропустить такую возможность. Ну давайте, это вообще не важно, где мы сейчас находимся. Мне кажется, мы все учимся всю жизнь вообще. Да? Если никто не хочет сегодня спеть, мы никого не будем пинать. Нет, ну как, нет. Я не сторонник методов кнута, я больше по пряникам. В общем, давайте тогда как-то на следующий раз подготовьтесь, да, обсудите с пианистом, скорее всего, это будет опять же. Если он сможет, конечно, мы будем очень рады. Давайте мы ему поаплодируем вам совершенно. Традиционное фото вместе, вот здесь, сейчас Ксюша сделает, пожалуйста, вот кто остался, Танечка, извини, пожалуйста, раздеть, обратно. Вот, и обратная связь, если она есть, я готова все наматывать на усы несуществующие. Пишите, не стесняйтесь, есть две одноименных группы в Фейсбуке и ВКонтакте, в которых будет выкладываться видео с наших встреч. Вот какие-то, в принципе, полезные материалы по темам выкладываются. Vocal Exchange, Facebook, Контакт. Все. У меня все.